Погорельцам с улицы Рашпилевской помогут вернуться домой. Мэр Краснодара Евгений Первышов сегодня начал рабочий день с выезда к пострадавшему двухэтажному зданию. Оно выгорело в августе этого года. Пожар опустошил целый этаж. Сейчас в доме находиться опасно. Пострадало все. Входные двери, квартиры и крыша. Самостоятельно привести жилье в порядок люди не могут. Нужен серьезный ремонт, и он им не по карману. Самые сложные работы в доме мэрия возьмет на себя, подчеркнул Евгений Первышов. Жильцам останется привести в порядок свои квартиры. Тогда предлагаю, чтобы мы сегодня с вами объединили усилия и нашли возможности по ремонту кровли и восстановили ее. Практика такая имеется. Она, конечно, не массовым характере у нас измеряется, но тем не менее, когда бедствие затрагивает множество лиц, тогда здесь, конечно, участие муниципалитета, ну, наверное, все-таки крайне необходимо, потому что объем денежных средств – это неподъемные деньги для владельцев квартиры, для управляющей компании. Евгений Первышов поручил главе Западного округа Александру Кучмину контролировать ход работ. Напомню, городская власть уже помогала восстанавливать дом «Погорелец» в музыкальном микрорайоне, где после сильного пожара в феврале пострадали почти все 6 этажей. В здании поменяли все, от окон до кровли, и жителей дома по Рашпилевской 14 тоже не оставить наедине с проблемой. Центр паралимпийской подготовки Кубани стал лауреатом.